Привет-привет! Третий антикварный магазин. Давайте начнем с моды акварельной. И продолжим дальше. Даже стульчик у нас антикварный. Пошли дальше. Пройдемся. Медленно. Вот пекинское стекло. Тут есть сережки, да? А там брошь. Можно сделать сет. Вот малютки, табакерки или таблетницы. Тоже рекомендую. Вот натуральные камни. Стеклянный такой пестик. О, вот это, знаете, что это? Приспособление из интересного стекла. Но не буду говорить. Кто знает, тот поймет. Вот красивый все-таки браслет, нравится, с эмалью. А вот это еще милее мне, с зелеными каменьями. Так, ну мы обзорно, потому что я уже подустала, я тут прям наторговала много. Вот кружки наши английские. Почему говорю наши? У нас этого много. Тоби. Тоби Мэг. Но столько всего, что боюсь вас утомить. Боюсь вас утомить красотой. Но у нас все подобное будет в музее, так что не переживайте. Мы наглядимся, еще будь здоров. Пресс-папье. Грузы для бумажечек. Лампа такая с кукетливой дамочкой. Почти орликиновской. Ну вот она мне француженку напоминает. А вдруг она итальянка. Еще поглядим. Поцелуй. Знаете, это копия кого? Надеюсь, знаете. И вот. У меня, кстати, есть такой сервиз. Помните, я вам показывала? То есть он тоже пойдет в наш музей. Мы будем сохранять красоту. Законсервируем красоту. Если это все идет в частной коллекции, то у нас все идет людям. Ну, вот такие у меня планы. Надо красивым завершить. Вот такое. Обнимаю вас любовью. Надеюсь, не утомились. Чао-чао, мои прекрасные друзья.